концерт на новой летней сцене мотоклуба «Доггит» можно считать проверочным. Но даже на него пришло немало жителей нашего города. Ведь такая фестивальная площадка была просто необходима Татарску уже давно. Компактная, уютная и вдали от центра города. Появление этой сцены стало настоящим долгожданным праздником для всей неформальной молодежи Татарска. Да и не только для молодежи, потому что здесь совсем скоро будут проходить совершенно разные мероприятия, но в первую очередь фестивали, опен-эйры. Байкеры из Татарска на территории своего мотоклуба уже проводили концерты, но с появлением летней сцены перед музыкантами и организаторами открываются совершенно новые возможности. Здесь при помощи областной администрации выиграли грант, закупили оборудование, взяли материалы на постройку сцены. Ну, потихонечку строим, доделываем уже. Как видите, у нас еще не закрыта кровь, не закончена крыша. Сегодня вот выяснили, где еще нужно добавить электрические розетки, освещение, по мелочи так вот. И все, в принципе, готово у нас. Члены мотоклуба «Доггит» открыты для диалога и готовы обсуждать с инициативными жителями нашего района новые мероприятия на этой площадке. Байкеры всегда рады и опытным, и начинающим музыкантам. Детям еще опыт немножко обкатать их. Мы вот недавно выступали. Ну, сегодня ребятишки маленько разволновались, конечно, но в целом справились с задачей, немножко зажгли. Вот, и будем с удовольствием еще посещать подобные мероприятия. У нас появится еще больше возможностей поучаствовать в подобных мероприятиях, выплеснуть свои эмоции, показать, чем мы занимаемся, и, может быть, кто-то еще захочет подобными заниматься вещами. Ну а как ты думаешь, сейчас вообще вот в данный момент много в Татарске поклонников именно неформальной музыки, то есть которым нужно собираться где-то в отдельном месте? Я думаю, да, но теперь их появится еще больше. Ночной музыкант, пускай ты только сверчок. Ночной музыкант, все твои песни о чем? Быть может о том, что ночью души не спят, и звезды с тобой в тишине говорят. Конечно, такая площадка нужна. Во-первых, очень много молодых ребят, которые играют в группах, а выступать практически негде. А здесь «Доггит» предоставляет площадку, где ты можешь прийти и сказать: «Я хочу сделать концерт». Они говорят: «Да, пожалуйста, давайте, играйте». То есть это необходимо для Татарска. Все, что угодно можно проводить. Это пространство для творчества. Любой гражданин, ну, любой житель Татарска может здесь что угодно организовать. То есть это кайфовая площадка. Лето только началось, а это значит, что повод собраться в этом месте у жителей Татарска в ближайшие 3 месяца наверняка появится еще не раз. Главное, чтобы было желание, и тогда успех новых фестивалей будет обеспечен.